Привет, дамы и господа мои, сэры и сырихи, мы тут на стримчике. Да, всем вам привет, привет от чатика, привет от всех. Каждый день стримлю, 18:00, не пришел на стрим, лох, и чтоб тебя одноклассники отпиздили в школе. Я уже видел эту картинку где-то. Период с 4 октября по 10 ноября. Ого, нормально так. Так, подробнее об акции. Вы будете получать 20 очков гильдии каждый день. Если состоите в гильдии, поэтому найдите себе срочно гильдию, блин. Вы будете получать 50 тысяч маны при каждом посещении гильдии во время акции. Доступно 30 раз. Ого. Правильно почитал? Это 1,5 ляма маны нам дадут? 1,5 ляма маны просто за то, что ты в гильдии. Неплохо. Еще и 600 очей, правильно? 600? Да, 600 очей. Вообще неплохо. Просто находишься в гильдии и рубишь капусточку, да, как говорится. Отлично. Миссии гильдии, которые нам нужно будет исполнять. Миссия первая. Отметиться в гильдии. Ага, 20 раз, 50 раз, 100, 150, 300. Мы получим 100 маны, 1000 маны, 100 энергии, 10 древних монет, 1 таинственный свиток, 1 радужный пельменчик. Посещение гильдии будет засчитываться только при входе в меню сообщества и нажатии на кнопку «Отметиться» в нижнем левом углу, там, где вы получаете еще дополнительные вот эти вот ману. Ой, энергию вы получаете и медальки, в зависимости от количества отметившихся за день. Миссия вторая, победить битва гильдии. 50 раз выиграть. Не знаю, будет ли учитываться именно проигрыш в случае... количество... Тут не написано. Победить в битвах лабиринта. А если... Ну, скорее всего, если вы зафейлили и опять зашли, то вам, наверное, не засчитают. Ну, вряд ли вы заабузите. Скорее всего, контуас это пофиксили. Хотя первый раз было такое, и это абузили. То есть заходили-выходили, заходили-выходили. И вот так вот делали быстро акцию. Ну, хотя кому это надо, она все равно выполнится. Неважно. 50 раз 100, 200, 300, 500. Ого. 100 тысяч маны. Короче, все то же самое. Фактически то же самое дают. Опять же, 10 древних камней, таинственный свиток. И здесь один камень перековки. Это неплохо. Здесь пельмень, здесь перековка. Хорошо. Миссия третья. Использовать энергию. Ого. Использовать 10 тысяч энергии. Отлично, 100 тысяч маны, да-да-да, свиток, опять радужный пельмень, 70 тысяч энки потратить, неплохо. Так, миссия 4, войти в битвы гильдий, 100 раз, 200 раз, 400, 700, 1000, соточка кристаллов, короче, а так уже по сути 4 мистик нам дают, 40, 400 тысяч маны. И, соответственно, 400 энергии. 500 энергии, 500 тысяч маны. Ну, короче, маны неплохо так насыпят. 2 ляма маны уже нам насыпают. 2 ляма маны, 5 мистиков, 50 древних монет. Там кристаллов 200, я смотрю. 2 пельменя, 4-звездочных. Кстати, такое редко бывает, чтобы в одной акции давали 2 4-звездочных пельменя. И камень перековки. Так, и еще, наверное, да, тут бонусы какие-то. Бонус. Завершите групповые миссии 5, 10, 15, 20 раз, чтобы открыть сундуки гильдии. Опачки. Сундуки гильдии полны различными подарками. Интересно, что там будут за подарки в сундуках. Их, я так понимаю, будет, наверное, раз, два, три, четыре штуки. Наверное, четыре штуки будет всего лишь. Что в сундуках? Ну, я вангую, мне дадут 20 тысяч маны. Три камушка эксклюзивного призыва. И какой-то дырявый мистик, с которого будет кошка ветра. Наверное. Ага. Короче, вполне полезная акция, поэтому, новички, ищите себе гильдию. Приходите на стрим и ищите себе гильдию. Еще вариант, как вам найти гильдию достаточно быстро. Вот, вот. Вы вступаете в нашу группу в Arrakis Paradise. Это в Телеграме группа. Нас 279 человек. Смотрите. Вот человек вступил в нашу группу и, соответственно, он себе может общаться, писать там «Всем привет». Вот. Людей тут много, люди общаются, задают вопросы. Вот, ребята, подскажите, где... Можно недорогой аккаунт купить. Киньте ему группу, ребят. Киньте группу, в которой можно купить аккаунт. Вот, ему сейчас кинут группу, я надеюсь. И он может там себе купить аккаунт, подыскать. Вот, люди хвастаются рунами, спрашивают про руны. Спрашивают, как пройти башню, пачки и прочее. Обсуждают там всякое и прочее. Если вам нужен нормальный чат, а не помойка 444 и прочее, вот, вступайте в нашу группу. Ссылка будет в описании. Если вы не можете перейти по ссылке, вы не можете сами добавиться, не стесняйтесь. Напишите мне в личку в этом, в Телеграме, по номеру телефона, который есть в описании, либо напишите мне ВКонтакте. Можете написать мне в ВК, типа «Толян, добавь меня в группу
в Телеграме. Я вас добавлю без проблем, обращайтесь. И здесь вы можете себе и гильдию найти, и друзей, и парня, и девушку, и маму, и папу. Всех здесь найдете. Дальних родственников найдете, всех здесь найдете. Нас уже 280 человек. Короче, нас тут дофигища. Ага. Поэтому акция хорошая. Спасибо Комтуасам. Идем на ГВ. Пойдем мы-ка сюда. Но вот я думаю, вот Копера тестить или не тестить против Луизы. Тестить или не тестить. Копером-то, я думаю, мы ее пробьем. После этого походит ретеш наверняка. Кумар. Кумар может кинуть сайленс. Хотя у нас этот петушок под иммункой. Мы можем убить Луизу. Потом пробить ретеша, а потом уже всем селом навалиться на Кумара, да? Я думаю, закатит. Еще раз так делал. Тем более, бульдозер его достаточно неплохо будет шлепать. Надо эту пачку сохранить, кстати. Давайте мы ее сохраним. Сохраним. Вот это я не так часто пользуюсь. А мы сохраним с Копером и бульдозером. Так, нам нужен бульдозер лидером. Так, теперь нам нужен петушок. Или петушок будет последним? Не, петушок пускай будет в центре. Во, идеально. Так, берем эту пачку. Только бульдозер нам здесь не нужен. Да, кстати, что-то я подумал про бульдозера. У нас же будет не бульдозер, а дабл копер. Так, предкламис. Мы возьмем сюда, знаете кого? Так, это мы уберем. Мы будем ее усыплять. Эту подругу теперь слава яйцам на нее дебаф. Это могут зайти. Мы добавим сюда еще... Можно добавить песика и... Песика и Фран. И Монка нам нужна здесь будет? Наверное, нужна. Давайте возьмем еще и Фран. Нету ковбойши, конечно. Может, сюда лучше ковбойшу тогда? Давайте ковбойшу добавим. Да, давайте уже вот так вот возьмем. Без усыпления, а то она бы четвертым... Толя, ты лучший. Она бы четвертым персонажем зашла, но... Все-таки можно максимум 3. Так, поехали. Первая пачка, конечно, я переживаю. Сейчас может не хватить дамаги. И нас раскатосят эти пацаны. Или может первого ретеша вынесем? Пока ему не кинули купол, да? Ну да, от него все-таки раскол полетит. Наверное, лучше давайте ретеша ужарим. А то эта подруга сейчас даст купол, и мы уже после этого ретеша точно не грохнем. Я надеюсь, нам хватит сейчас урона. Давай, раскат грома. Понеслась. Бам! 59. Нормально. Без лидерки хватило все равно урона. 11 тысяч. Так, она не такая уж и жирная. Снимаем эту дрянь. И попробуем заливать его. Или не заливать. Мы можем не успеть походить. Лучше давай зальем. А то потом опять даст сайленс свой. И мы не успеем походить. Так, ну. 40... Ой, что-то она тонкая, капец. А я уж переживать начал. Нет, хорошие бы мобы, хорошо одетые. Они бы сейчас бы мне наваляли бы по жопке. А тут плохо, видимо, одетые ребятки. Так, замедло. Так, стан. Оу, май. Так, прок. Давай еще прок. Ах ты, сучара. Так, сюда, смотрите, как мы сейчас тактически сделаем. Вот так вот. Откатываем. И у Копера есть скилл. И далее. Скиллуха, братуха. Жух, минус. Ну, вы поняли, чатик. Так, бафаемся. Блин, она под иммункой. Может, сейчас... О, отлично, она походила раньше. Давай мы попробуем ее вынести. О, даже так? Ага, даже так. Раз такая пьянка, давай, наверное, еще сюда. Замедло. Попробуем ее убить. Давай. Всем селом. Ай, не хватило. И что сейчас будем делать? Ей все равно кинут непобедимку, да, скорее всего? Угу. Блин, извиняюсь. Можем попробовать ей слить атак бар, она не стоит лидером сейчас. Или сюда два раза, если походим, убьем, да? Давай попробуем, может мы ее убьем. Чуть-чуть не хватило, да что ж такое? Это печально. Стой, стой, ой-ой-ой-ой, это плохо, снимаем каку. Снимаем, ой, сейчас она может обдебафать нас, конечно, жестко. Давай, прок. Тихо-т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 ихо
Стой, 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 блин, деспаверный говнючок, а? Так, стой, 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 что-то мне не нравится эта куча дотов. Меня фармят как хардбашню.
Так, давай подхилим пацанов. Стой. Убивай. Отлично. И понеслась. Ага, друидик. Не нравится, да? Говнючара. Не нравится. Давай. Пью-пью. Нормально. Линеечку нужно. Ёб твою за ногу. Идем туда. Идем сюда, да, на этот бюджетик. Просто сказочный бюджетик. Естественно. Да. Сколько монстров у меня есть из этого? Раз, два, три. Трех у меня нету. Самых обычных. Трех или троих? Трех, да? Правильно, трех. Естественно. Он, наверное, свифтовый. Наверняка очень быстрый. И типа такой ходит первый, меня станет, все дела. Но мы, наверное, окажемся быстрее. Мы можем через Канамию... Хотя... Через Канамию залить Калли. Калли убьет его. Да? А потом Фэн Янь... Эта фигня может меня застанить. Лучше, наверное, взять банально Тессариона. Взять Паладиншу водяную. О май гад. Так, где моя Паладинша водяная? Где она, где она? Так, возьмем ее. Так, и добавим сюда еще... О, я знаю, кого мы сюда возьмем. Еще мы добавим сюда макаку, которую нельзя застанить. Он шикарный, да, план? Если я вас правильно понял. Дамы и господа, мы. И тут главное быстро вынести Фэн Яня, а то он Паладиншу замучает. Так, сюда мы возьмем... Типа Бастет ходит первое. Но потом в теории должен походить Один-Один. А потом только должен походить Табло. Ну, чтобы правильно пачка сработала. Или у него первый типа походит Табло, чтобы всех разогнать. Это непонятно, как здесь работает его пачка. Но логичнее, чтобы походила Бастет, потом Один, а потом уже Таблик. Чтобы он опять откатил и опять школьник мог вмазать. Типа вот такой план. Мне кажется, так бы работало. Сейчас посмотрим, как у него это все реализовано. А, можно взять Камилу, а можно взять школьника. Мы возьмем, естественно, школьника, так как он эти бафы контрит лучше. Так, мы возьмем школьника. Так, и Дафни сюда мы берем еще. Может, возьмем этого? Два школьника в пати? У него одна книжка, еще отсюда две. Долго будет книжки получать. Не, не прокатит. Берем тогда Дуфниса. Так, а лидерку оставим, наверное... Оставим на здоровье. Да, то вдруг он тут обгонит мою фран. Наверняка. И 10% мне не поможет. Попробуем так, да. Тан-тан. Там бафов на школьнике хватит? Нет, не хватит. У него будет 4 книжки сейчас. Это спойлер. Так. А, то есть моя паладинша быстрее, чем его... Он, наверное, в Виоленте. Может быть, в Виоленте, а может просто одет как ДД стандартный. Ну и достаточно быстрый, типа. Мы можем... Ну, смотрите, панда все равно походит перед моими вот этими двумя пацанами. Следовательно, агрить панду не вижу смысла. Есть смысл просто заагрить действительно Шана, чтобы он даже не провоцировал нас на купол. А Джуна может кого-то застанить. И, соответственно, купол появится, да? Давайте Шана заагрим. Стан. О, идеально. Почти идеально. Сейчас бы еще, если бы Тессарион прокнул, было бы еще лучше. Стан. Тессарион. Давай сюда. Тессарион. Спасибо. Классный парень. Хочется снять бафы, но не будем лишний раз на себя агр переводить. Этого говнючка. У нас чешется, капец. Так, давай сюда убьем. Стан. Шикарно, стан. Что у меня нос чешется ужасно. Угу. Табло баф на скорость вешает. Ну да, если так. Если он будет правильно одет изначально, то согласен. Так, давай сюда. Ага. И... Ну, я думаю, Тессарион его убьет. Или на всякий давайте вот так сделаем. Даже вот так сделаем. Даже вот так сделаем. Макака разошлась, я смотрю. Разошлась, просто разъехалась. Ну сюда бей. Так, давай снимет раньше раскол, да, себе? Не будем. Не будем давать. Так, сюда-ка. Так, сколько там уже? 8 стаков, по-моему, было, да? Или мне показалось раскол? Шикарно. Переагрить. Застанила, тут же раздуплилась. И тут же походила два раза.
Жесткая паладинша. Так, привет, Букса. Так, теперь у нее 5 книжек. Вот, смотрите, в теории вот сейчас у нее было идеально все. Видите? Вот тут он грамотно сделал. Претензий нет. Смотрите, вначале он походил раз, там два, но школьник из-за того, что быстрый оказался достаточно, у него не хватило урона. Он один раз ударил, еще и, ну, считай, ультанул с 5 книжками, и все равно не хватило дамаги. Против такого вот жирненького школьничка. Так, мы сейчас, наверное, делаем как? Снимаем отсюда каку, ультуем, наверное, притянем. Его мы все равно убьем, если мы, конечно, снимем баф, поэтому ультанем мы, наверное, все-таки вот сюда. Да, вот так сделаем. Убиваем шкалатрона, и он не воскресится, потому что у него 0 книжек. Не выучил уроки. Ой-ой-ой, придется кидать имунку. Придется. О, отлично, еще и склинтим. Шикарно. Так, воруем. Шикарно. Давай откат. Откатили-ка, давай сюда раскол. Угу. Вот две троечки, красавчик. Две единички, красавчик. Давай еще-то, а, конечно, еще и Виоленте, молодец. Так, давай мы что сделаем, сюда бьем. И сюда клинсим. Так, сейчас будет ульта, и мы бастет, в принципе, убьем, да? Я надеюсь. Ага, пошла ульта. Понятно. Как он себя ведет, нехорошо, да? Посмотри. Говняшки кусок. Так, давай мы... сюда ударим, да. Так, теперь сюда снимем. Отлично, добиваем. И сюда просто вот так вот делаем, да? Тут у нас станов нету. Тут есть стрип. И есть еще один стрип. Стриптизеры. Нам нужны здесь, наверное, танковые пацаны какие-то жирненькие. А знаю сюда, наверное, паладиншу. Так. Так, и тебе привет, хорошего вечера. Добавим паладиншу. Возьмем еще сюда кого? Можно взять Сиару. И бастет добавить или фран. Еще и фран, и по-моему все будет шикарно, да? А где? А, вот она, эта тетя. Лидерку резист, наверное, нам не нужен, правильно? Давайте лучше на скорость поставим. Нафига нам резист? А, я думаю, нам не нужен будет резист. Так, и сюда мы возьмем нестандартный деф такой прям. Танканет у нас. Давайте сегодня будет танковать не Арник, а танковать сегодня будет... Может, Хамона возьмем? Так, какого-то танка огненного возьмем. Либо Хамон будет это, либо это будет Перна. Можно взять Перну, если мы все-таки под нее возьмем раскол. Или взять Гарика. Давайте возьмем Гарика даже. Гарика Сукачева. Взять Артурика, ну... А может, давайте Артурика возьмем. Да, возьмем Артурика. Артурио. И ему нужен будет какой-то хил. Кто же его будет хилить? Можно взять паладиншу ветреную. Ага. Она, я думаю, вначале у меня походит, кинет купол плюс имунку. Где она у меня? Где ветреная паладинша? Еще нам нужен кто-то, кто будет убивать все-таки эту звезду. Нам нужен кто-то нейтрально... или водяной танк. Так, который еще может что-то там в ответ рыгнуть. Угу. Так, или возьмем, сейчас я думаю, школьник сюда зайти может, в принципе, здесь баф на имунку, а и все, долго будет книжки получать. Просто у нас будет имунка, не, если быстро взять Сиару вынести, то изи. Сиара походит перед мной, поэтому Дафнис здесь будет плох. Давайте возьмем сюда, кто же много урона внесет. Нужен кто-то ветреный. Это либо Таур, либо Ритеш, либо... Эй, привет! Скорее всего, Таур. Привет. Скорее всего, я склоняюсь к Тауру. Еще можно взять Этну. Типа раскол, все дела. Два прокаста, минус. Я Этне больше верю, чем Лагми в этой ситуации. Прости, Лагмарон. Так, лидерка, ну да. Варианта тут немного. Возьмем так. Возьмем вот так вот. Ага. Я надеюсь, он сейчас походит всеми мобами, чтобы у нас был выбор. Тихо.
Так, пока хорошо. Хороший выбор. Так, значит, нам нужно... Мы будем вырубать вот этого пацана, петушару. Значит, сейчас они будут ходить все вместе. Кинем купол, не прокай. Спасибо. Бомба. Окей. Так, сюда. Крит-крит. Не будем хилить. Давай... Я не знаю, сюда раскол кинем. Так, раз походил. Два споходил. Ой, сняли каку. Сняли непобедимку. Давай сюда стан. Нет, не стан. Давай прок. Нужен прок. Спасибо. Будут бить сюда. Поэтому давай еще сюда раскол. Стой. Стой, стой. Куда, куда? Ага, в паладиншу. Там еще агр. И... Ах ты, сучка. Мы ж тебе это вот, типа взорвали. Стан. Так, сюда. И взрываем его нахрен. Подожди, подожди. У него два хода дота. Она сейчас его взять в пати не сможет. Она сейчас возьмет Теомарса. И будут бить паладиншу. Мы паладиншу сейчас склинсим. Правильно? И он даже если прокнет, он все равно умирает. Вроде бы кто. Калькулейтед. Фран, живи! Пиздец, Фран. Спасем Фран. Да, мы спасем Фран. Давай... Походит три раза они или нет? Но у меня сейчас Фран еще походит. Поэтому давай все-таки себя спасаем. Так, вот так сделаем, да. Да, сейчас они не должны будут ее бить. Я надеюсь. Стой. 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 Стан. Так, живучесть. Хильнем себе. И давай сюда. Сюда же бьем. Давай прокай. А что ж ты прикопался к этой Фран, а? Так, сюда убьем. Раскол слив. Прок. Лопнула. Нормально тогда. Так, пошла ульта. Тихо-тихо. Да ладно, прям так сразу. А ну, пососи хп. Красавчик. Смотри, как насосал, да? Неплохо. Имунка. Да имунки не хватило. Не хватило. Так, что сделаем? Сейчас попробуем ее массовкой застанить или оставим скилл на Сиару. Давай сюда стан. Нет. Сейчас Сиара будет, скорее всего, бить ее. О, даже так. Давай сделаем... Давай сюда. Раз, два, три. Шикарно. Три крита. Так. Давай... у меня сейчас Этна походит. И может мы... Блин, ультой сейчас не убьем. Не хватит ульты. Есть шанс, что мы сейчас застанем. Не застанили. А, она решила себя почистить. Молодец. Спасибо. Артурик тащит катку. Посмотри, как Даша делает. Посмотри. Артурик просто сегодня отжигает. Могет, мучит. Такой мальчик. Смотри, опять он прокнул. Опять он прокнул. Так. Сюда-ка. Так. И давай, да, обновим. Чтобы не заслипала эта херня. Давай сюда стан. О, стан. Так. Замедло. Стан. Не, ну Артурик, ну не зарешал катку, но прям нормально. Не был бесполезным. Смотри. И под конец он решил такой, типа, она моя, блядь, она моя. Я ее убью. Так, предхоп. Не, нормально Артурик себя тут проявил, конечно, прям. Красавчик. Прости, песик. We'll be right back.